Значит, я нахожусь в горах, в 30 километрах напротив Картахены. Это город, который находится в Испании, на побережье Средиземного моря. То есть я от Средиземного моря примерно 30 километров вглубь Испании. Меня привлекло вот эта вот интересная горная конструкция. Какой-то вот камень серого цвета, скала такая, можно сказать. Причем очень довольно-таки твердая. Предположительно, что это базальт. Даже ножом невозможно отковырнуть, хотя нож довольно-таки толстый. Вот. Интересно то, что в этом базальте, я думаю, что это базальт, наблюдаются вот такие вот углубления. Сейчас попробую поближе соснять их. Вот они. Значит, довольно-таки глубокое углубление. Похоже, там кто-то живет. Здесь вот видно, что долбили, но сильно углубились. А здесь видно, что углубились. Вот. Интересно, это искусственного происхождения или естественного? Такое ощущение, что какой-то зверек вот прогрыз этот камень и сделал себе жилище таким образом. Да, очень довольно-таки твердый камень. И он такой, что как вот напильник весь шершавый. Возможно, это следы эрозии, влияние погоды, дождь, солнце, холод разрушает поверхность. Но тем не менее камень довольно-таки твердый. Интересно, сейчас далеко вот так глянем. Вот они. Интересно, кто это прогрыз, откуда оно все появилось.